С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичик. Вступил в должность. В зале заседания городской администрации прошла инаугурация новоизбранного мэра Олега Белака. Новый градоначальник принял присягу и подписал распоряжение о вступлении в должность главы Нарьян-Мара. Белак Олег Ануфриевич вступил в должность главы муниципального образования городской округ город Нарьян-Мар. Нарьян-Мар обрел нового мэра. Олег Белак официально вступил в должность. Впереди 5 лет на посту главы Заполярной столицы. Но прежде чем приступить к работе, новоизбранный мэр поблагодарил своего предшественника Татьяну Федорову. Срок ее полномочий истек. Я считаю, что в первых своих словах на посту градоначальника я должен и обязан отдать дань уважения и признать заслуги Татьяны Васильевны Федоровны. Экс-глава Нарьян-Мара, в свою очередь, поблагодарила за работу и тесное взаимодействие ветеранов города, руководителей муниципальных предприятий и свою команду. Хотел бы выразить огромную благодарность депутатскому корпусу. При взаимной поддержке в работе мы могли сделать многое, чтобы преобразить облик города. То, что в городе произошли позитивные изменения, я думаю, не видит только слепой. Нельзя не отметить с моей стороны. К сожалению, наверное, может быть, я не так работала. Мы не могли выстроить нормально деловые отношения с администрацией округа, депутатским корпусом. Спасибо, уважаемые жители, коллеги, и пожелаю всем дальнейших успехов и процветания. Я с легкостью слагаю свои полномочия, потому что груз ответственности наконец-то меня освобождает от... буду отдыхать. Спасибо. Олегу Белаку Татьяна Федорова пожелала работать во благо жителей города и передала ему символический ключ от столицы Ненецкого округа с пожеланием, чтобы Нарьян-Мар в скором будущем стал истинной столицей Русской Арктики. От имени главы региона Игоря Кошина новоизбранного мэра поздравил Михаил Васильев. Уверен, что ваши знания, профессиональный политический опыт, организаторские способности в полной мере будут востребованы на новом ответственном посту, помогут сделать столицу Ненецкого округа благоустроенной, комфортной и безопасной, а жители города уверенными в завтрашнем дне. Градоначальник – фигура не политическая. Он должен быть в большей степени хозяйственником, отметил председатель собрания депутатов округа Анатолий Мяндин в своей поздравительной речи. Городу нужен новый толчок в развитии. Переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство дорог, обустройство дворов, перезагрузка муниципальных предприятий, развитие всей городской инфраструктуры. Эти задачи требуют дальнейшего решения. Много лет живете и работаете в городе Нарьян-Маре. Не понаслышке знаете его потребности и нужды, и за вашими плечами огромный опыт руководящей работы в различных структурах. Сегодня перед вами стоят новые задачи. К исполнению полномочий главы Нарьян-Мара новый мэр Олег Белак приступает уже сегодня. Я в своей работе обязуюсь и намерен обязательно использовать опыт ветеранов города, ветеранов округа, той команды, которая сейчас сложилась и которая плодотворно работает. И всех вас я благодарю за оказанное доверие, Ольга Валентиновна, депутатский корпус. И призываю всех приступить к работе прямо сейчас. Спасибо. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».